Мы гордимся нашими прадедушками, которые были участниками Великой Отечественной войны. Это отец моей бабушки Плиев Иван. Он ушел на фронт в 1941 году. Он был лейтенантом. Во время боя его контузило, и он попал в плен. 3 раза он пытался бежать из плена. Его ловили с собаками. Шрамы от укусов собак остались у него на всю жизнь. В конце войны его освободили из концлагеря американские союзные войска. И он вернулся домой к своей семье. Это отец моего дедушки Киколая Захара. Он ушел на фронт в 1942 году. Он был старшим лейтенантом, командиром роты. Во время боя он был тяжело ранен и вернулся домой инвалидом первой группы. Мы всегда будем помнить их подвиг. Мой прадед Аксенов Илья Михайлович родился 5 мая 1923 года в селе Куропатино Тамбовского района Амурской области. Закончив школу, он пошел в медицинское училище, которое закончил в 1941 году. С началом войны его отправили на ускоренные курсы в Хабаровск, пулеметно-минометное училище, а после него сразу на фронт. Мой прадед воевал с 1942 по 43 года. Как он сам рассказывал, он был разведчиком. И во время одной из вылазок он схватил очень важного немецкого офицера. И за то, что он довел его, он получил орден Красной Звезды. Мой прадед – участник Курской битвы. На Курской битве он получил ранение правую руку, из-за которой он не смог дальше воевать и был комиссован. Ему предлагали ампутировать руку, но он отказался. Он научился писать левой рукой и окончил Благовещенское педагогическое училище. После окончания училища он работал директором школ на станциях Хурушпа и Архара, а после он работал по партийной линии и был секретарем по идеологии. Но ранение в руку отрицательно сказалось на его здоровье, и после проведения сложной операции на спинном отделе позвоночника у него начались проблемы со здоровьем. Но несмотря на это, он прожил еще 11 лет, и в 1977 году гвардии-старшина Аксенов Илья Михайлович, мой прадед, умер из-за нарушения кровообращения мозга. Мой прадед награжден орденом Красной Звезды, медалью за отвагу и медалью за победу над Германией. Мой прадед Албуров Сергей Сардионович. Он родился в 1915 году. В армию его призвали в 1939 году. Войну он встречал в Брянске, где и проходил службу в армии. В начале 1942 года он воевал в составе Брянского фронта и был послан с передовым отрядом разведчиков на ликвидацию снайперов, которые в лесу устраивались на деревьях и расстреливали наших военнослужащих. Их называли кукушками. Во время боя мой прадед был тяжело ранен, и после лечения в госпитале он был комиссован и отправлен домой. После демобилизации он работал водителем и вырастил 8 детей.